Здравствуйте, ребятушки, девчатушки, я рад вас всех приветствовать на своем канале Жук-Муравейник. С вами дядя Саша Великий Ужасный, сегодня у нас 9 мая, День Великой Победы. Я вас всех поздравляю с этим прекрасным праздником, желаю всем мира и добра, ветеранам и труженикам Победы, желаю здоровья. А у нас игра, значит, The Infected, номер 43 в плейлисте, сегодняшний выпуск будет иметь. Ну что ж, давайте мы не будем с вами так сказать... И сразу начнем. Не будем так сказативать. Я хотел отключить. Теперь появилась возможность отключать. И давай только лето. Вот, я хотел сделать только лето, чтобы построить свой водоскреб, чтобы ничего мне не мешало. Потому что стройка мне там предстоит огромная. Мне кажется, я буду строить его серии 20, наверное. Вот. Поэтому, чтобы никто не намешал, так, орды пока отключены. Ничего, мы их еще включим. Мы с ними еще повоюем. Они к тому моменту, наверное, совсем умными станут. Разработчик их сделает совсем умными. Так. Автосохранение отключено. Так, качание головы отключено. Уменьшение характеристик нормальное. По дефолту, так сказать. Поехали. Итак, значит, что я собирался делать, кстати? Теперь давай глянем, как это будет отображаться. Апрель, весна. Все равно весна. Погоди. Я же включил постоянное лето. Почему апрель, весна? Непонятно. Ладно, неважно. Разберемся. А, ты пилишь, что ли? Я думаю, что за звук. Так, значит, что за звук? Мыши, что ли? Сейчас пойдем за... Хотел сказать, палладием, иридием. Нет, мы пойдем за свинцом. Железные слитки, кароволокно. Так, кароволокно. Там, походу, ящик надо сложить еще один. Так, давай ящик еще один складем. Сейчас будет ящик чисто под кору. Ящик чисто под кору сделаем с тобой. Так, вот этот вот ящик. Так, сюда его... Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Мне нужен свинец, чтобы делать сталь, потому что я ж тут стекла. Так, ну давай назовем это кора. Пусть это будет кора или кора. Чего? Это что такое? А, это к тексту относится. Понимаю. Так почему-то на английском языке. Так, это там олень бродит. Глина, семена, однако, кора и волокно. Так куда же тебя поставить-то, чтобы ты не сильно мешался? Тут уголек есть. Ну так можно тебя поставить. В принципе, пока вот так. Стой пока вот так. Так, кора и волокно. Нет, сюда только кору. Так, семена. Семена сюда. Так, а сюда давай... Давай эту кору сюда переложим. Хотя она, конечно... Да не, в принципе. Я хотел сказать, она в ящике места слишком много занимает. О, какая она тяжелая. Вот. Так он сейчас весь будет забитый. Ну, будет забитый, значит, заново. Значит, заново так дождь начался. Дождь — это хорошо, это грядочки мои польет. Так, здесь кора, а здесь тогда будет... А, чуть в воду не упал. А здесь тогда забор надо ставить, чтобы воду не падать. А здесь тогда будет просто волокно. О, погоди. У меня там кора осталась. Просто волокно отставить. Осталась кора. А что ты осталась? А как ты осталась? Так, а что такое перо? А, кора 90... А, я одну переложил. Ой-ой-ой-ой-ой. Я же одну переложил, оказывается. Да, гусь ты тот еще, конечно. Ну, в принципе, еще есть место. Так, перья у меня где? Веревки и перья. Перья сюда. Не, погоди. Это шкуры и кости. Это шкуры и кости, а нужны веревки и перья. Так. Пошли глянем, может починить, пока у меня при себе. Ага. Починить откладывается. Тут женщина. А, нет, не откладывается. Вот она, женщина пришла. Сейчас мы и починим. Слушай, стрелы как-то... Ух ты, блин. Стрелы в те как-то странно застревали. Зомби-вампиров. Так. Еще одна стрела. Так, молоточек, ловушка. Починять. Так, это починили. Эти все целые. Это целые. Целые, целые. Целые. Это пока целые. А помните, да, в прошлой серии, как они мне поломали вообще живенько так ловушки. Хлобысь и поломали. Я даже глазом моргнуть не успел, как они их взяли и поломали. Так, ну значит мне нужно два ящика. Мне нужно два ящика с собой. Два ящика.
Два ящика. Где их взять? Где взять два ящика? Так, Ватсон. Ватсон, нужно включить. Ватсон! Блин, Ватсон сегодня без мотоцикла. Он сегодня это. Он сегодня отмечает 9 мая, поэтому немного выпил и закусил. И за руль ему нельзя. Как там поется? Я сегодня немного пьян и не сяду уже за руль. Вот он немного пьян, и он не сядет уже за руль. Воды-то набрал? Набрал, так. Значит, нам с тобой нужно выключить колодец. Потом еще ветряков надо наделать и делать себе бетонические мешалки. Кстати, бетонические мешалки сюда вот можно устанавливать? Ну-ка, проверка, Ватсон, проверка, так, справочник. Объедки, электричество, другие. Бетоническая мешалка, о, ставится сюда. Очень хорошо, ее можно сюда поставить. И штук их надо будет как минимум, наверное, 5. Five бетониус мешалиус. Так, арбуз, говоришь, поспел. Ну, коли ж ты поспел. А дыня поспела, но не лезет в организм. Что же делать? Как же быть? Как же дыню мне заживать? Так, вот это съедаем. Это съедаем. Так, горбуз, да? Так, двигаем, чтобы все тут поместилось. Сейчас себе сделаем еще консервов, продлевающих стамину. Нет, не продлевающих жизнь, а всего лишь продлевающих стаминочку. Так, дыньку собрали, но влезла только одна. Ну ничего страшного, мы сейчас пойдем быстренько сейчас пойдем себе сделаем. Очень у вас интересный осветительный прибор. Ну, какой смогли с Ватсоном сделать, такой сделали. Слушай, а что-то я перья не переложил до конца. Или где я их уже успел взять? Я не знаю. Так, я что-то не понял. У меня апрель, что ли, будет всегда? Я же вроде включил. Или я не включил? Я не понимаю, я что, не включил, чтобы у меня времена года не менялись? Вот я не понял. Не, ну все понятно, но что конкретно я сделал, непонятно. Так, у тебя там, во-первых... Во-первых, перья почему-то остались. А, потому что 50. Все, понял. Теперь масло, топл, жир. Так, масло, топл, жир. Сюда вот его клади. А, они по 5 стакуются. Так, масло, топл, жир. Палки. Палки не знаю, куда деть. Палки выкинуть. Потому что нам сейчас лишний вес. Тут все погасло. Тогда сюда этот чик. Я пока ничего не плавлю. Так, теперь, Ватсон, что там с топором? Так, топор, кирку, все заточить, пошли копье. У нас же есть прекрасная точилка, смотри. Лобысь, вот это я понимаю, а искорки-то летят, а? Ватсон, не хуже, как с вашего Харлея. Теперь, и копье, да? Киркоровым я пока не пользуюсь. Слушай, Киркоров мне нужен сейчас с собой, да. Ты ж пошел за этим. Так что давай, Киркорова, бери. Киркорова в охапку и вперед. Так, Киркоров, вот он тут притулился. Ты что тут притулился? Ты же мне нужен. Филипп Бедросович, ты мне нужен. Мы же будем сейчас добывать. Свинец. Так, заточить. А, кирка нолевая. Канолевая, ее точить не надо. Так. Значится, есть яшки пустые? Угу, ща. Уголек. Ну, как бы все занято, значит, мне показалось, или кто-то опять бьется. Опять кто-то бился головой. Так, а время дня у нас какое? 6 часов вечера, да? 6 часов вечера, энергии маловато. Ну, давай поспим до утра. Энергии прибавим. Вон там какой-то зомбак где-то погиб на нашем укреплении, разрушая нам его. Так, смотри, как жажда уходит. Ой, жажда уходит. Так, давай проснемся. Что-то надо. Ого, какая молния серьезная. Что-то надо съесть. Огурец. Так, это когда разрушить? 16 часов. 3 часа. Так, вот это давай съедим. Так, жажды давай попьем. Ну, давай дальше спать. Ну, часиков до 7, я думаю, и харе, да? Все. Так, дождь идет, все сохнет, очень хорошо. Вода, воды много еще у меня при себе.
Ну, давай наберем, блин, я не знаю. Так а что ты там, жить, что ли, собрался? Ну, откуда я знаю? Тебе что, жалко воды с собой набрать? Нет, не жалко. Вот и набери. Вот и не спорь со старшими. Сказали воды набрать, значит, набрать. И колодец после себя выключай. Что за манера? Ух, молодежь, электричество зря жгуть. Ох, жгуть! Понапрасну электричеству. Строим два ящика. Ящик первый, ящик второй. Вот, один, два. 16 досок нам, пожалуйста. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, 12, 13, 14, 15, 16. Так, значится, свинцовая руда и пр номер один. Так, очень хорошо, отлично, я бы сказал, Ватсон, отлично. Так, теперь здесь то же самое, свинцовая руда и пр номер, это не номер, номер два. Номер два. Так как? Погоди, вы. Номер два. Свинцовая руда и пр. Номер два. Все. Так, свинцовая руда и пр. А, блин. Не катит нам такой тогда. Тогда свинцовая руда номер один. Без всяких выпендрежев. Выпендрежей. А, он номер не отображает. Ха, очень интересно, он номер не отображает. Он отображает какую-то закорюку. А вот такую будешь закорюку отображать? Ну-ка, ся. Да, такой он знает. Такие закорюки он знает. Буржуйская одежа. Знает он такие закорюки. Ох ты, смотри, какая погода прекрасная. Солнце вышло, апрель, весна. Птички поют. Чирык-чирык-чирык. Чик-чирык-чик-чирык. Говорят, еще можно сюда ящик для камней поставить. Так, ящик для камней, ящик для камней. Камни. Ящик, говоришь, для камней, да? Ну, в принципе, можно. Можно, в принципе, ящик для камней сюда запихать. Так у тебя их два. Да мне кажется, мне одного будет достаточно. Не наберу я столько много камней. Думал, у меня сперли горну. Оборачивай, смотрю, горна нету. Хотел же сказать Ватсону, чтобы он это срочно протрезвел, сел на мотоцикл и поехал писать заявление в полицию. Горна сперли, Ватсон. Так и знал, горн сперли. Так. Предположительно, нам хватит одного ящика. Ну, потому что этот вот заполненный. Но этот тоже. Я могу в него сюда вот переложить. А, не можешь, этот полный. Ой, да ладно, да хватит одного, дядь Сань, хватит одного. Я тебе серьезно говорю, хватит. Так, да ты загрузился. Куда ты поедешь? Куда едешь-то? Куда едем? Мы помчимся на телеге за свинцом же. А, только главное не свалиться, только главное не упасть. Ого. Сломали. Погоди. Сломали. А где тело? Ватсон, тело где-то. Странно, тела нету. Твою мать, тела нету. Так, ловушки. Это покоцанное. А как так тело куда делось-то? Это тоже покоцанное. А, ну погоди. Она же об нее все-таки ударилась. Почему она? Почему ты решил, что это пришла женщина? Не знаю, может она, может он, может они. Откель я знаю, что вы тут ко мне пристаете? Я не знаю, кто это. Она, они, оно. Ну, давай сюда вот еще одну подставим. Вот так вот. Да, вообще капец. Так, Ватсон, съездили мы, ага. Съездили мы с вами за дровами. Точнее, не за дровами, а за свинцом. Тут он уже какие-то ловушки нам все переломали. Переломали все ловушки. Так, это я сейчас вот в эту добавлю. Я сейчас ты ни в какую не добавляешь. Видишь, она красным светится. Так, а как мне во вторую добавить? Ага. Слушай, ну пошли, короче, знаешь что? Сразу четыре веревки возьмем. И кору немного сгрузим.
волокно тоже сгрузим. Кора сгрузим. Так, что я там сказал? Веревка мне нужна. Веревки мне нужны. Раз. Там опять кто-то что-то ломает. Два. Три. Четыре. Чё вы ломаете-то, а? Дайте мне уехать-то отсюда. Чё вы сразу нападаете? Кто где ломает? Не пойму. Не пойму, блин. А, вон, смотри, стоит чучело, долбится. Долбисараунд какой-то происходит. Ну, долбись, долбись. Там огурец вырос. Горбуз вырос. Ты смотри, все повырастало. Ватсон. Конечно, арбуз-то я вряд ли смогу нести. О, могу даже нести. Место для арбуза есть. Не, ну давай арбуз тогда съедим сразу. Съесть. И огурец. Не, ладно, огурец пока не будем. Так, дяденька тут окочурился. В нашем доме на карнизе храбрый дяденька стоял, сало принес. Он стоял не очень твердо, но пока что на ногах. Только дунул свежий ветер, он, бедяга, соскользнул, на руке висеть остался. На потеху всей толпе, упираясь подбородком, он назад залезть хотел. Опять огурец. Но упавший с неба камень ему руку раздробил. Так, на одной руке болтался он минуты полторы и ноздрёю попытался укрепиться на гвозде. Так, но, к несчастью, нос порвался, зацепился гвоздь за глаз. Скажете, что за стих ты читаешь, дядь Саш? А это ногу свело. По-моему, с альбома 1.0 в пользу девочек, если я ничего не путаю. Там Макс Покровский стишки такие читал. Эту смерть один любитель кинокамеры снимал. Я смотрел потом три раза. Все подробности видны. Это кто топает? Это топает Алендер. Вот так всегда. Вот соберешься только ты в дорогу, а тут на тебе забор поломали. Зверюги забор поломали. Так, это готово. Теперь в эту. Это тоже готово. О, все готово. Фига. Да ты молодец, Ватсон. Не, Ватсон, конечно, молодец. Погоди. Я что-то не понял. А зачем мне было 4? Я тут 2 поставил и тут 1. О, да ты считать не умеешь. Я у мамы счетовод называется. Ёшки-кочерёшки, а? Ну давай сюда тогда еще одну поставим. Чего ж её относить? Я у мамы счетовод. О, погоди, погоди, ты чё? Какой забор? Нам нужен колючий. Колючий забор. Лючий-колючий. Вот так вот поставим, чтобы перекрыло. Чтобы перекрыло. Так, палка нужна 3 штуки и бревна 1. Одна бревна и палка 3 штуки. Так, бревна вижу, вот она лежит, бревна. Бревну подбираем. Так, и бревну подбираем. И где-то 3 штуки. Ватсон, срочно 3 штуки палки. А то пока мы будем с вами ездить. Не, ну вроде пока мы ездим, тут никто не будет долбиться. Раз. Когда меня нету. 2, 3. Вроде не нападает никто. Им не интересно. Они говорят, нам, моему народу, это не интересно. Так, сохранение. Я вон всю выносливость потратил, пока тут метался, как увольник. Как увольник метался. Так, куда мы едем, веник? Ну, мы едем вот сюда примерно. Мы примерно вот сюда катим. Вот сюда вот катим. Ну, к пещере, да, и заодно там медь проверим. Ну, давай сначала до меди доедем. Но меди у нас много. До меди. Поехали. До меди. Сверимся с картой. Ну, примерно так в том направлении двигаюсь. Я сколько помню, там как-то немножко вдоль побережья, что ли, как-то я там и бегал. Я, правда, уже назад... Или туда, я помню, темно было что-то. Е, чтобы бросить тележку. Ну как я свою тележку брошу? Мне вот интересует, что у меня... А может, у меня теперь всегда будет апрель-весна? Он же здесь как лето считается, да? Здесь тепло. Хотя нет, летом-то жарче все-таки, да. Ну ладно, посмотрим. Я что-то не пойму, я включил бесконечное лето или не включил? Мне вот что-то... Мне что-то не ясно. Ладно, а там скалы будут. Но скалы встают у него на пути. И он по скале начинает ползти. Опа-на! Отползал. Отползай.
Так, вот тут дорога где-то, по-моему. О, усталость подъехала. Так, слушай, ну я достаточно быстро до пещеры доехал, но мне сначала надо... Ой, блин, скиёж. Я топливо забыл, Ватсон. Ну как же так? Тогда не поедем, тогда пошли в пещеру. Блин, а нахрена я тогда камнесборку взял? А чё мне туда ехать? Я топливо забыл. Это кто там ползает? А, енот, гля. Енот полоскун ползет. Будем его стрелять? А чё, он нам мешает, что ли? А просто так, поупражняться. Ого! Фига себе ты стартанул. Мы поедем, мы помчимся со стрелою прямо в попе. Не, ну давай это, глянь, тебя стрела же насквозь проткнула, ты должен помереть. Ну ты чё, ни хрена себе, о, вот это он стартанул. Веселые старты. Так, ну мне сейчас точно не нужна шкура. Это. Семена тоже выкинем. Ну, не нужны они мне сейчас. Хотя, можно было бы, может, и оставить. Так. Топливо я забыл. За медью ты собрался. Но в меди пока острой необходимости нету. Телегу бросил от радости посреди дороги, а? Ох ты, дядь Саша. Ох ты, Сашка. О, слушай, я, походу, все-таки арбуз один не взял. Он что-то, по-моему, где-то выпал, и я этого не заметил. Походу, да. Так, ну мы вот этот арбуз давай возьмем. И жажду свою. Обе части взялись. А мы еще проверим. Да, обе части взялись. Проверили. Так, ладно. Телега. Пошли бродить. Как-то я тебя бросил нехорошо. Пошли бродить по пещере. Где тут в нее вход? Тут где-то в нее должен быть вход. Погоди. С картой сверься. Вход получается вон он, вон пещера. Так, вход там? Там вход. Так, погоди. Говорят, вход здесь. Ватсон, говорят, вход где-то здесь. Здесь вход. А, вон медведь, кстати, идет. Погоди, да где вход-то? Ну ты доедь до него, где вход, заладил. Ща найдешь, где вход. Вот оно. Тут кабан ходит. О, смотри, а у меня здесь какая-то точка построена. А, я здесь ящики делал. Да, я здесь делал ящики. И тут верстачки есть. Пещера теперь вон такая зелененькая, красивенькая. Кабан в пещерку пошел. Ну, ступай. А нам предстоит, походу, сейчас драка с медведем, да? Он рычит. Так, а кабан что-то в пещеру попер. И как-то это... Жить тут, что ли? А, тут же скорпион еще в пещере, точно. Так, кабан, не мешайся. Кабан, не ходи в пещеру, тебя скорпион там укусит. Тут же скорпионы, но они, правда... Так, кто топает? Кабан топает. Блин, там медведь рычится, в пещеру ко мне прибежит. Чтоб скорпионы тебя загрызли. О, ты гля, где заспаунилась, а? В уголочке. Туки-туки. Так, и что в итоге? И в итоге свинцовая руда и свинцовая глина. Так, грибы вот уже выросли на обратном пути. Сейчас, значит, и скорпионы выросли. Тогда мне копье. А медведь, походу, сейчас в пещеру за мной забежит. Есть у меня такое подозрение. Не зря он там возникает. Так, скорпиончики. Пока не видно. Ну, их бывает не видно. А потом хреня, как они повыползают вот отовсюду. Так, свинец. Очень хорошо. Ну, я помню, эта пещера, она маленькая, с водоемчиком. Тут в нее надо 10 раз заходить, выходить, чтобы не появлялись эти камни. Лут появлялся, короче. Нет, это не скорпионы. Это грибы. В воде есть где-нибудь что-нибудь? Так, в воде. Есть ли камушки в воде? Не знаю, главное, чтобы скорпионов в воде не было. Хотя, в принципе, ну, будут они в воде. Так, ого, тут целых два.
Ну давай. Дыхание задержали. Ватсон, дыхание задержали. Так, нормально. Легкая водолазная деятельность. Так, так, так. Всплываем. Угу. Так, теперь еще один камень. Блин, где он есть-то? Я его не вижу. Я его не вижу. Да потому что тебя куда-то унесло. А, он вот аж где. Вот аж где. Так, всплыли. Нырнули. Начали бить. Не попал. Не попал с первого раза. Попал. Так, где он? А где подарки? Вот они, подарки. Да блин, как их взять-то теперь, эти подарки? Слушай, ты можешь не метаться? Чего так мотыляет? Ох, это подводная деятельность. Все, больше нет тут. Вон еще один. Там даже грибы растут. Слушай, теоретически там и скорпионы будут. Я думаю, да. Так, давай быстро соберем. Блин, это вообще камень. Все, руду взял, камень. Камень, ну его нафиг, там камень выпал. Слушай, давай, Ватсон, вылезем отсюда. Не хочу я тут подводной охотой заниматься. Будем туда-сюда ходить. Камушки собирать. Да вот около моего дома пещера большая, да? Да, там, по-моему, она с двумя выходами, да? Не, с двумя вот на этой стороне. Моя вот. А это с двумя выходами. О, видали, камень появился только что, да? Слушай, а может это? Прогрузка проходит, когда я вот так карту открываю. Прям камень появился на моих глазах. Так, камень. Сейчас и скорпион на твоих глазах появится. Надо попробовать. Как тут? Или просто по времени? По таймингу спаун происходит. То есть прошло определенное количество времени. Определенное количество тиков оттикало. И хреняк с тебе. Обновление карты происходит. Ну, это я не знаю. Грибы были до того момента, как я открыл карту? Нет, ничего тут не рисуется. Маленькая пещера очень. Я... Ой, это ты меня напугал, блин. А, покататься пришел? Ага. Сегодня Ватсон выпивает, катать не можем. Он у нас водитель. Водитель выпивает и закусывает. Праздник празднует. Имеет право. Понятно, понравилось, значит, да? На базу приходи. Я тебя там запрягу. Будешь огород пахать. А я тебя за это буду катать. Я на тебя за тобой огород закреплю. Ты будешь кабан-огородник. Берез тут прям растет. В камнях. Слушай, а что ты скорпион ни одного не встретил в этой пещере? А почему я их не встретил? Что случилось? А где скорпиончики? Где мои каменюги? Нету. В общем, надо просто ходить туда-сюда. Они будут рисоваться там. Может быть. Пошли выгрузим. Тут кабан. Кабан. Ой, ты не ходил бы туда. Там скорпионы тебя покусают. Тебе будет очень больно. Сделали бы, что ли, возможность установки экстракторов, я не знаю, в этих пещерах, чтобы туда это... ставить их. Блин, глина. Ну, глина вообще-то не нужна будет. Там кирпичи потом делать придется и все такое. Так, айда. Продолжать собирать свинец. Опа-на. Ну вот вас бы штук 10 тут было в начале. Вот это было бы нормально. Тут чё ты один? И кабан в пещеру зашел. Вон там еще один. Кабан, а я тебе могу, в принципе, попробовать прокатить на телеге. На обратном пути. Ты далеко не уходи. Вы куда делись все? Вы куда-то закатились за текстуры. Понимаю, за вот эту фигню, что ли, закатились. Ну, жаль, конечно. У меня и так вас немного было.
А вы еще и закатились куда-то. Куда-куда вы закатились? Ну куда-куда? Куды-то? Так. Ну что, придется нырнуть. Там наверняка под водой камни есть. Ну, пока не видно, между прочим. Вот прошлый вот камушек твой валяется, который ты не подобрал. Этот есть. Это слишком глубоко. Что такая впадина? Интересно, если туда нырнуть, что там будет? Мне кажется, там погибель будет. Гля, какой колодец. Не, всплывать нафиг от Седова. Так, ну что, вон камень вижу, или это кабан. Или это кабан купается? Нет, это камень. Я думал, кабан в лучах славы купается. Так, блин, камень, а как тебя достать? Где ты есть? Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, я не понял. Он что, на мелководье? Его рубить невозможно. Так, камень потерял. А, вот он. Так, он действительно в мелководье. Но я его могу рубить. Только вообще ни черта не видно, где эти... Так, вот руда... О, вас выкинуло на берег. Да как здорово вас на берег выкинуло. Так. Бегаем зад вперед. Ну, вон камень. Слушай, скорпионы здесь не спаунятся. Чё-то я не знаю. А они у меня, может, выключены? Может быть, я не обратил внимания. Может, они по дефолту теперь выключаются. Так, куда еще один отскочил камушек? Блин, да куда ж вы отскакиваете-то все время, а? Не видно. Почему-то скорпионов нету. Нет, не то чтобы они мне очень нужны, но просто непонятно. Чего их нету-то? Они ж тут всегда были, а сколько раз ходил. О! Ага, в воду все упадет. Я понимаю, зашибись. Да, вижу, вот упало. Так, это глина, руда. Так, так и так. Так, ну тут вроде более-менее нормально свалилось. О, очень хорошо. Мы вовремя. Руда. Железная, свинцовая. Экстрактор бы какой-нибудь, чтобы руду добывал. Вот это было бы нормально. Тут, кстати, камни иногда на входе, хотел я сказать. И вот он действительно на входе нарисовался. Руду бы. Ой, ну да, чтобы можно было свинцовые добывать. Так, тем временем худо-бедно ящик я один почти заполнил. Но сюда, конечно, ты не наберешь полный. Какой там полный? Штук 5-то будет максимум. Не, ну надо было пещеру чуть подлиннее сделать. Но я все, конечно, понимаю. Ну вот они опять куда-то в текстуры. А, не спаунятся рандомные, упали в текстуру. Они, видишь, они же как бы из воздуха выпадают и падают. Ты ломаешь, а они из воздуха падают. И падают они за текстуры. Я понимаю, да, но... Но мне-то что? Мне-то шиш в результате. Я работал, махал кайлом. Вот. И в результате шиш. Чуть побольше надо было пещеру сделать. Я, конечно, понимаю, люди там заблудились, выйти не смогли с большой пещеры. Это понятно. Это грустно. Ну, ладно, уменьшите вы пещеру, сделайте ее больше понятной. Но не настолько ж короткой. Ну, что это такое? Ты глянь, тут руды хрен добудешь. Ну, час ходишь, чтобы нарубить руды. Ну, это ж несерьезно. Ну, тогда экстрактор сделайте. Разработчик! Как там тебя? Мистер разработчик! Сделайте экстрактор свинцовой руды, чтобы можно было здесь ставить. Экстракторами. О! А вот и скорпион. Слушай, а точно нельзя экстрактор ставить? Ну-ка, давай проверим. Объекты, другие. Экстрактор минералов. Ну, то, может, можно ставить.
Да нет, ни хрена нельзя его здесь ставить. Скорпион появился, между прочим. Еще один. Нашествие какое-то скорпионов. Ты смотри, там один, тут один. Ой, увидел меня. И кусать начал. Ну, скорпионы из мяса. Что поделаешь? Ну, из мяса они. Мясные скорпионы. И тут я еще одного увидел. Вот оно. Слушай, как вас бить, чтобы меня не кусали? Посмотри, по нему урон не проходит. Урон по нему не проходит. Я вроде тыкаю, а ему вроде как бы и хоть бы ханы. Он говорит, да наплевать мне на твою копью. Май, весна. Так, слушай. Весна у меня продолжается, между прочим. А что туман какой-то пошел? Тут что, дождь? Опа-на! Погоди-ка! А ты откуда взялся? Ух ты, блин! А ты чем меня ударил-то? Он там что, ногами что ли? Ах ты, я промахнулся! А где моя стрела? Что, ногами что ли махал? Ты, бля, на колено встал, а? Да опять какой-то БЛМ начинается, коленопреклонение. Я что-то не понял, ну ты меня с ноги что ли посмел? Ах ты. О, топливо, кстати, принес. Можно пойти к экстрактору. А, интересное кинцо. Он мне топливо принес, которое я забыл. 162 здоровья. Слушай, огурцы у меня там были? Ну-ка, огурца мне. Огурца мне. Угу. Ну что здесь, теперь вместо камней скорпионы, что ли, спауниться начались? Да ёшки-кочерёшки. Блинские ежи. Ну, понятно, короче. Я с двумя ящиками такой, с раскатной губой приехал. А мне хрен тебе, одни скорпионы. Скорпионом сыт не будешь. И стекло не построишь. Слушай, а пещера, которая рядом с моим базой, так сказать, бывшей, такое ощущение показалось, что скорпион вил. Пещера, которая рядом с моей бывшей базой. На ней много ли там спаунится? Может, туда сгонять? Это что-то, это какая-то совсем, ну совсем пещера. Это, как называется, бедная, скудная. Нет тут ничего. Очень, очень скудненькая пещерка. Очень скудненькая. Все, камни перестали рисоваться. Рисоваться камни перестали. Ты что тут рисуешься? А, нарисовался. Давай рисуй отсюда камень. Все, я понял. О, пауза была. Давайте делать паузу в спавнах. Я понимаю. Давайте. И вообще, раньше камней этих больше свинца падало. Этот опять в воду сварится. И глины не было. И камней не было. Теперь сделали, что и глины с них падает. Кому глина-то понадобилась? Кто там был против-то глины? Ой, против того, что руды много падает. Значит, гражданин зомбарь мне топливо немного принес, за что ему, конечно, премного благодарен я. Я ящик-то хоть один заполню. Заполнил. Почти. Так, ну давай еще чуть-чуть, слушай, много мне нужно будет свинца натаскать. Ты там все собрался сделать, коли из стекла. Получается, построю водоскреб из стекла и свинца. Нормально. Блин, ну нужен какой-то добывающий агрегат. Я думаю, разработчик добавит в будущем какой-нибудь специальный экстрактор для пещеры. Ну, я уверен просто, что люди ему там пишут. Пишут, давай, давай что-нибудь. Ага, понятно. Досвидос. Опять досвидос. Типа, добавь нам что. Это что там, скорпион упал, да? Вон, вижу, упал с неба. Такой шлеп с неба. Ты один? А если из лука попробовать? Ага, все, лук отменяется. Отмена, Ватсон, отмена лука. Вот смотри, я еще не получил возможность его бить. А он уже получил возможность меня это. Погоди, что, еще один что ли? А ты твою мать тут сзади. А, ну они урон маленький наносят. Так что не страшно. Ну, правда, вот он, смотри, он мне дал
Слушай, всего они меня погрызли, а все тело мое избитое. А? Один мне заражение, другой мне в колено впился. Я не знаю, что он там сделал. Я думаю, что такое там сзади? А там сзади какое-то чучело, подстерегангстер какой-то сзади подгреб. И в попу меня это кусает. Жалить в попу. Коза? А что, под водой, что ли? Откуда звук? Они могут вообще? Да, наверное, могут и под водой заспауниться. Им-то все равно. Так, время дня. 5 вечера. Угу. Ну, у меня фонарь, если что. Что-то дождь никак не кончится. Так, все, свинец сюда не лезет. Ну, давай еще чуть-чуть сделаем свинца. Буквально один заход. И поедем, коль топливо появилось, заберем медь. А я тут вроде... Слушай, как он хорошо, так это мне... Опа-на. Ну, это в скалу все улетит. Тут даже думать нечего. Это все будет в скале. Разумеется. Это будет у меня. Да что толку от этого камня, что он заспанет? Видишь, оно где впереди падает. А мне здесь никак не было не зайти рубить, чтобы впереди упало. Я только вот так вот в сторону скалы можно было рубить. Я уж понимаю, что если по-другому встать, они и по-другому выпадут, наверное. Но я не имел возможности встать по-другому. Другому не взмахивает. Может, под водой появились камни? Может быть, конечно, и появились. Главное бы на подводного скорпиона не нарваться. А есть же водные скорпионы? Да есть, конечно. Они называются водные скорпионы. Но они вроде так как не скорпион. Хотя похожи, по-моему, на скорпиона. А, у них клешни тоже есть. О, во. У них вроде есть клешни, насколько я помню, этих водных скорпионов. Угу. Эти вот в скалу не успели свалиться. На моей стороне заспаунились. Эти тоже. Хотя, смотри, как стремились отлететь. В общем, требуем крик подобен грому. Дайте нам экстрактор для добычи свинца. Очень он нам нужен. Уж больно мне твой Петруха по сердцу. Уж... О, погоди, камень сюда давай. Уж больно нам нужен экстрактор. Так, ну чё? Ну, хватит, наверное, все пока. Не, давай еще разок. Давай еще разок. Эх, жадность! А чё жадность? Не свинца, просто много надо будет. Ты, конечно, еще тем, что разок сюда зайдешь, делать не решишь. Тебе таких разков надо будет сделать раз 100, может быть, 200 этих разков. Да блин, вообще мало. Я протестую. Ну, надо, чтобы было раз хотя бы в 3 больше. Ну, чё это такое? Ну, блин... Ходишь, ну дистика ж добывать этот свинец. Все есть, инвентарь есть, блин, телега, ящики. Свинца нету. Вот и ходишь тут круги по этой пещере, режешь. Не, нужен экстрактор минералов, чтобы он тут свинец добывал. Я за экстрактор, пусть добывает свинец. Пусть его будет не так легко сделать, этот экстрактор специальный, пещерный. Но, блин, он должен быть. Либо больше камней. Раза в 3 хотя бы. Раза в 3 я согласен. На такое. Так, ладно, все, короче, надоело мне ходить. Что у меня свет? Выключай, давай, загружай. Вот, все, сколько набрал, столько набрал. Нафиг, надоело. Поедем. Поедем, короче, поедем, красотка, кататься. Надо будет съездить там, где я раньше жил, глянуть, что в той пещере. Насколько много или мало. Так. Где это место добычи? Так, место добычи. Да примерно так вот прямо по курсу оно получается, это место добычи, да? Ну, примерно так. Сейчас поглядим, какой это Сухов. Вот так, прям на него выйдешь, на место добычи.
Так, а тут медведь гуляет. Ай-яй-яй-яй-яй, тут медведь гуляет. Чё это он замер? Ты чё замер? С тобой все нормально, Миш? Миш, тебе нормально? Не успел. Ха-ха-ха. Ты не успел, однако, Миша, до меня добежать. Так, это нам пока не надо. Это тоже. Это тоже. Так, а где же здесь экстрактор стоит? Нет, здесь есть пруд. Вон экстрактор стоит. Вон он. Так, а вокруг него... А вокруг метёть, только видно хвост. Так, глина. Ой, глина какая-то. Глина, да, это камни глиняные. Но вообще это дыня. Вообще это дядя Саша дыня. Она же тыква. Так, она же еще много чего. А давай мы съедим, она нам бодрости придаст. Блин, оно такое большое в инвентаре. Жажда. Так, мяса много, надо будет из него что-то путевое сделать. Так, а вот экстрактор, давно, естественно, заглохший. Давно здесь сидим. Что ты там надобывал, покажи. Так, угля надобывал, молодец. Камней надобывал, глины надобывал. Ну, короче, надобывал. Короче, он надобывал. Отсейка, как говорится, души. Камень сюда. А сюда камни можно складывать вот так? Вот так вот можно. Отлично. Тут и камни сразу сложить можно. Все, короче, сложить можно. Так, ну что, брат? Чукляйся. Это он типа заработал. Это дядя Саша. Синхробуфонада. Изображает, как работает экстрактор. Так, нет, этот полный. Что ты в него складывать собрался? Камень сюда. Ну, в принципе, все, короче. Вылазка закончена. Поехали домой. Еду я домой. Ох, устал я очень сильно. Это картошка? Картошку давай возьмем. Блин, а там в инвентарь она может не влезть. Не влезла. Сейчас надо будет рыбу, короче, наловить. И наделать себе этих рогов. Ну, не туда, блин. Вообще в другую сторону. Вот сюда, блин. Рагу себе сделать. Ну, примерно вот так. Мы поедем, мы помчимся на телеге с кабаном. А кабана-то у нас нету, блин. Надо же нам кабана найти. Где его найти? А, опять эти горы встают у него на пути. Все время на них натыкаюсь. Так, а где их обойти? Обойдем их слева. Ватсон, слева горы обойти, приказываю. А, я вот здесь как раз енота расстрелил. Бедного енотика здесь расстреливал. О, опять картошка. Так, и опять картошка. Фига себе, что там у меня в инвентаре? Есть место для картошки? О, да, в жизни всегда есть место про этому подвигу, празднику. Празднику и подвигу. Возьмем. Никогда нам не помешает. О, там еще арбуз. Не, ну поехали, ну их нафиг. О, арбуз. Все, картошки набрал, рыбы. Рыбы наструляешь и нажаришь себе этих прокачателей здоровья. Какие леса красивые, да? Густые. Хорошо еще, когда он вот так вот едет, его телега в задницу не толкает. Нет тут такой физики. Что у тебя с горы телега грузом это расплющивает об деревья. Может быть, в будущем появится такая физика. Появилась же у нас, что надо под водой дыхание задерживать. Раньше мы просто под водой гуляли, а теперь уже все. Теперь уже акваланг нужен, чтобы под водой гулять. Так, может быть, со временем появится и другая, так сказать, физика. И телега в попу перегруженной толкать будет. А почему нет? Ватсон, запросто же, да? Да, Шерлок. Вот. Сейчас сталь сделаем, стеклышки зафигарим.
Так, это я приехал, да? Да, похоже, да. Это твоя временная база. Тут у тебя кобальтовый экстрактор стоит. Кобальт будем брать? Так а чё его брать там? Он, наверное, это... Да, не нужен он. Да и не нужен он мне. Слушай, а вот когда телегу я таким образом толкаю, я смогу заехать? А вот сейчас мы посмотрим. Мне, наверное, придется снимать. По-моему, не... уже пробовал, уже, по-моему, не получалось. Да сейчас попробуем еще раз. Так, что тут? Без меня ничего не разнесли мне все это? К хренам. Так, пока вроде так с виду к хренам не разнесли. Но это надо, короче, заезжать. Заезжайте, Ватсон. Так, можно заехать, короче, пофигу. Даже еще ловчее, чем когда ее передом везешь. Ну, прекрасно. Сие прекрасно. Чпок. Так, сейчас я быстро за рыбой сгоняю. Мне рыба нужна. Пока я не забыл, что у меня там мясо в инвентаре и все дела. А то я потом забуду нафиг все это. Я же все это забуду. Так, это что такое? А, не надо, потому что там сейчас рыбу будет некуда складывать. Когда ее будешь разбирать. Ну вот птичку давай заберем. Птичку не жалко, давай заберем. Ага, разработчик написал, типа сделал так, что вы можете либо вечную зиму, либо вечную лету. Но имейте в виду, что если включите вечную зиму, рыбу ловить не сможете. Потому что лед будет. Типа имейте это в виду. Кто будет включать вечную зиму, что у них будет облом по рыбалке. Включать-то включайте, но только отдавайте себе отчет. Так, ну, наверное, еще одну харе. Куда ее столько много? Так, это кто пронесся? Это кто пронесся? Это пронесся тунец? Колотунец. Нет, это был вроде форель. Ну, и форели хватит. Что тут, кстати, у вас? Вы заглохли? Вы заглохли. А, кстати, вы кобальта добыли очень-очень мало. Раз, два, три, четыре, пять. Пять кобальта всего. И дофига всякого барахла. Ладно. Нам сейчас это не актуально. Лиса, не, лиса, ну тебя нафиг, я убегу. Не хочу я с тобой связываться. Ты меня покусаешь. А вот дынь-то я, наверное, возьму. Конечно. О, кстати, еще, смотри, картофель. Весь ко мне поступил в организм? Весь. О, а что это у нас протухло? Хм, интересно, а что протухло действительно? Мясо какое-то. Первое мясо? Енота? Почему оно протухло? Бацан, почему оно протухло? Хрен его знает, что оно протухло. Чего оно так быстро протухло-то? Фига себе, ты тухнешь вообще со скоростью звука. Слушай, а у меня здесь есть где-нибудь топливо? А, ну давай вот сюда вот это к топливу будет относиться, пускай, допустим. Это не совсем, конечно, топливо, но пусть относится. Тогда вот это одно съедим. Так, спецстол. Чик. Ага, чик. А рыбу кто разделать будет? Александр Сергеевич? Похоже, он. Похоже, они. Александр Сергеевич. Рыба, рыба, картофель. Есть. Рыба, рыба... Нет, это рыба, мясо, картофель, а не рыба. Мясо, так, картофель. И еще, и еще, и еще... Готовченко. Так, а печь-то, наверное, погасла, да? Ну, конечно. Так, у меня где-то тут уголь был. Ну-ка, уголь мне, быстро уголь. Быстро скиньтесь по рублю. Уголек в печку пусть горит. Опять красный закат. Очередной красный закат. Но мы его неизменно фотографируем. А нам не жалко. Мы любим красный закат. Мы очень любим красный закат. Это наш любимый красный закат. Так вот, чик. Так, это давай зажгем. Так, это давай зажгем. Так, и рыбу давай. Вот это давай положим. Все, пусть отжаривается. Так, это пусть... Ага, сюда это уже не положите. Сковородки одной нет. А я думал, у меня есть сковородка одна, а у меня ее нету. Так, друзья мои, ну я на этом сейчас буду нашу серию завершать. Так, что там? Отвлекся я. Ага,
Так, а, все, рыбы. А, погоди, рыбы-то у меня есть еще. Рыба моя, вот она моя рыба. Рыба ж ты ж моя. Есть у нас еще рыба. Так. Все, да? А, мясо есть еще одно. А вот как раз тебе. Отлично. Так, ну а ту рыбу надо будет положить на просушку. На просушку. Тогда пошли ее сейчас мы на просушку с тобою и отправим. Вот так вот мы ее разберем. А то лето ли... Ну, летом-то, конечно, с мясом попроще. Зверье броет. Да, ну, зимой, в принципе, броет. А я про белок говорю. Но летом чем проще. Летом. Летом рыбалка. Прям пошел рыбы наловил, и все, зашибись. И вообще, no problemos omigus. Что ж у меня там протухло? Мне, по-моему, что-то сушеное протухло. Мне кажется, мясо или рыба сушеное протухло. Или рыба с... Или мясо сырое, которое со зверюги собрал. Типа енот полоскун. Непонятно, короче, что пропало. Ну, что-то пропало. Что-то определенно пропало. Так, это сюда. Это сюда. Так, это можно сразу сожрать. А что на него глядеть? И это давай сожрем. И давай пойдем там, по-моему, у нас... Арбуз есть, давай. Ой, показывал, что что-то в воде там плавает какая-то акула-каракула. Арбуз, ты готов? Ты готов. О, ты сырой. Ой, ты не ты сырой, вода сырая. Так, семена, однако, сбрасываем. Вот так. Так, а сами, однако, пошли себе делать это. Только тыковку надо. Тыковку надо это разобрать на запчасти. Хотя бы, может, одну детальку себе сейчас смогу в организм запихать. Угу, одну детальку смог. Но нам этого пока достаточно для начала. Мы стамину себе прокачиваем, да? Да. Поедая вот этот салат, я прокачиваю стамину. Она медленно, верно, движется к 300. На данный момент 164. Мало, конечно, да. Ну-ка быстро тогда еще одну давай съедим. Или подождать подходящего момента. А поедая вот эту прекрасную смесь, я прокачиваю здоровье на 1. Смотри, смотри, хлоп. Не понял. Хлоп, 195. Правда, вода из организма уходит стремительно, но ничего страшного. Так, и сюда, значит, вот эту. И сюда вот эту. Так, что тут разрушиться должно? Ну, 16 часов оно. 16 часов получается? Ну, вроде да, 16 часов они разрушаются. Настоящие 16 часов. Это вот 3 часа разрушается. Короче, непонятно, что у меня там разрушилось. Но это уже не важно, разрушилось. Как говорится, что упало, то пропало. Так, сталь давай чуть-чуть. О, погоди, а что я там принес? Что я принес? Я принес, чтобы сделать немного стали. Ну, сталь будем делать так вот. Раз, два. Раз, два. Ага. Тут больше нету. Она же делается из смеси. Раз, два. 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 Ты со всем этим дойдешь? Какой вес? 65 килограмм, да, дойду. Все, больше тут железа нету, да? Ну, железная руда, короче, нужна. Для стали нужна. Че сидим на, че не работаем на, нужна. Так, а где это? На наковальне, насколько я помню, делается, да? Да, легированная сталь. Ну, к счастью, из этого маленького кусочка, он, вводя, раз, два, три, четыре, пять. Можно комплекты? Пять. Раз, два, три, четыре, пять. Нету тут ни хрена комплектов. Почему тут ни хрена нету комплектов, а? Ну, что, вам жалко было сделать комплекты? Ни хрена тут нет никаких комплектов. Ну, жаль. Ну, что, ну, сделать возможность нам комплекты, чтобы по 5 штук получалось. А, потому что они получаются по одному, и это одно как бы уже целое. Они не стакаются, эти маленькие кусочки. Понимаем. Понимаем. Ну, экстракторов на сталь у меня, к счастью, много. И я думаю, у меня там много стали надобывало. Именно, точнее, руды, не стали, железные руды. Так, 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 так. Насколько я помню, мне нужно немножко взять вот этой фиговины, да? Да. Потому что тут... Фиговина называется уголек. Ага. Тут у тебя вообще все это камнями заложено. Можно было их, в принципе, убрать. Ну ладно, хрен с ними. Ладно, хрен с ними. Пущай, пущай. Так, кто там ломает мне что? С какой стороны? Не с этой, значит, с той. Ну-ка, 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 Ватсон.
Вон долбит башкой своей. Бестолковая башка. Бестолковая башка. С ножом гад пришел, а? Это гад с ножом. О, а мне это как раз надо было. Ты не гад, ты молодец. Слушайте, вы в последнее время прям нужные вещи приносите. Вы прям как мысли что ли читаете. Мне топливо нужно было, которое я забыл. Хреняк топливо принес. Хреняк и топливо мне приволок. Ну, молодец, что сказать. Так, здоровье скоро будет 200. Но тут, конечно, наверное, актуальнее все-таки стаминку прокачать. Потому что стаминка — это вообще такая тема здоровская. Ну, здоровье тоже неплохо. Когда орды включишь на полную катушку, я думаю, 300 хп будет самое то. Тем более, какие они там будут приходить, насколько они там будут мощные приходить, эти орды. Да, я думаю, они нормальные. Нормальные они будут приходить. У меня, короче, семена тут уже опять. Семен, однако, скоро будет полная коробка. У меня там есть возможность сделать одну из шосталь. Ой, ёшки-кочерёшки. Да, оградки. Оградки нужны, перилки. Ты гля, как вылетел. Ну, коль я вылетел, давай я вот отсюда с краю и заберу тогда. Чтоб я не зря вылетал. Чтоб я не зря вылетал. Шо ж я зря, что ли, вылетал? Что-то телегу-то далековато поставил, брат. Да, можно и поближе ее поставить. Было. Ладно. Ящик. Так. Раз. Что там? Раз, два. Два. Три, четыре, пять. А, так, еще один, пожалуйста. О, что там, дождь? Ну, дождь не снег. Плюс польет мои грядки. У меня пока теплицы нету. Пусть поливает. Поливай, брат. Ой, у меня там еще перья в инвентаре. Ладно, перья там не так много весят, я думаю. Ничего страшного, да? Ух ты, блин. Я не глядя тут уже наклал опять. Ни того и ни туда. Так, все-таки один ты свинец лишний положил. Считать ты ни хрена не умеешь. Понимаю. Так, это железо. Железо тоже нужно будет сейчас. Потому что будем метанические мешалки строить. А это, сами понимаете, веши серьезные. Так. Да. Для ветряков тоже нужны будут диски. Ой, диски, какие диски? Слитки, ага, диски. Диски. Стальной слиток. Стальной слиток. Стальной слиток. А, здесь уже были стальные слитки. Ты их сюда добавлял. Вот сюда не добавлял. Сюда не добавлял. Сюда не добавлял. Так, винты нужны. Нужны винты, 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 винты. Так, винты. Раз, два, три, четыре, пять. Шесть, семь, восемь. Ну давай я штук их 80 сделаю. Мне их много надо. А они, по-моему, здесь по 5 могут, да? По-моему, если ничего отставить. По-моему, здесь могут по 5 стакаться, да? Ох, ну дай бог вам здоровья, а. Кто же это сделал, что можно по много винтов делать? Что не надо по одному чирикать? Хоть чуть-чуть сделать-то. Хоть чуть-чуть стеклышек сделать-то. О. Но тут стекла не хватает, тут стеклышка никакого не будет. Я понимаю. Слитков, кстати, всего 2 нужно на каждое стекло. Это, в принципе, не огромное количество. Это еще так пойдет. Это еще пойдет. Это еще по-божески. Так, как раз винты все кончились. А у меня стекла. Теперь стекла нужны. Нужны стекла. Так, ладно. Стекла, это, конечно, все хорошо. Тут я что, мясо забрал? Тут у меня ничего нету. Ну, мы, наверное, на этом сейчас закончим. Куда-нибудь мне слитки положить. Куда же мне слитки стальные положить? Для них надо, дядь Саш, сделать это. У тебя нет под них, да? Нету. Под стальные. А, кстати, свинца-то у меня еще много. Да, я наплавил. Ладно. Все, короче, сохраняем.
И на этом наш 43-й серия, друзья мои, заканчивается. Сами понимаете, 9 мая, сегодня хлопот еще много. Благодарю вас за внимание, еще раз поздравляю вас всех с прекрасным, нашим самым главным праздником 9 мая, Днем Победы. Желаю всем здоровья, мира и добра. Увидимся на моем канале.